FM. Я, конечно, ни на что не намекаю, но сегодня у меня день рождения. Да, 29 годиков исполнилось главному тренеру Солфорда. И я бы хотел небольшой подарочек от тебя, FM, в виде выхода в АПЛ, наконец-таки. По большому счету, мне, в принципе, не важно, каким образом это будет достигнуто. За два тура мы отыграем это преимущество Норвича, либо в плей-офф. Хотя, наверное, вы хотели бы плей-офф, да, чтобы я вновь сидел, орал, как в прошлом сезоне. Но, в общем, я верю в команду. В этом году мы реально стали лучше играть. Вон, забиваем как много. Лучший футболист Чемпа — мой футболист. Лучший бомбардир — мой. Лучший ассистент — мой. По моментам мы впереди. По общим моментам мы просто в космосе от всех остальных. Если бы FM был бы к нам немножко посправедливее, ну, наверное, сейчас бы не было бы вопроса, кто идет в АПЛ. Мы и Астон Вилла. Но... штанги, перекладины, выходы один на один распространяются только на мои команды, судя по всему, да. Друзья, всем привет, с вами я, пожилой Антон Чейз, приятного просмотра, развязка сезона, лайки, комментарии, колокольчики, подписки, привет. Что касается сезона, как он развивался, как он шел, вот на этом прекрасном отрывке, включающем прошлую серию, да, мы не проигрывали больше 20 матчей. Да, вылетели из кубка, но потом еще в чемпе 3 тура не проигрывали. Короче, в чемпе все было прекрасно, и даже был моментик, когда мы были на первом месте. Но потом вновь началась херня в виде матчей, где ты проигрываешь, пропустив после 3 ударов 3 гола. Да, я, конечно, понимаю, что на воротах стоит Александр Попович, но, блин... имейте совесть, господа. А с кем играет Норвич оставшиеся матчи? Давайте посмотрим, могут ли они потерять очки где-нибудь. Это Халл 16 места и Уотфорд 6. Ну вот, на Уотфорд надежда есть. А мы же играем с Чарльтоном с 18 места и Дерби с 10. Ну, должны, наверное, брать свои очки. Хотя, опять-таки, Лутону... блин, мы Норвичу проиграли. Вот этот тухлый был матч, конечно, с удалением Кора. Если бы мы там взяли бы очки, все было бы не так печально. То есть сейчас бы у нас было бы 86. Да мы бы вышли. Сука. Ладно, давайте уже играть. Ну и как я уже говорил, если в этом сезоне мы не выйдем, все, скорее всего, мы в чемпионшипе останемся просто до лучших времен, так сказать. То есть когда в команду придет какой-нибудь богатенький дядя, либо, не знаю, нас... продадим кого-нибудь очень дорого, потому что с деньгами вообще жопа. То есть мне и так сократить маленький наш, просто микроскопический. Кстати, смотрите, так, Фулхэм и Норвич свой матч уже сыграли, и походу... так, если сейчас мы выиграем... так, ага, нет, Фулхэм победил. Ладно, все, херня. Короче, нам... зарплатный фонд сократили на 150 тысяч. Охренеть, просто так. Короче, Фулхэм выиграл, а Норвич, походу, сыграл ничью. И если мы в этом матче выиграем, то мы сейчас выходим на второе место. Сука, пожалуйста, я вас заклинаю. Пожалуйста. День рождения. Да-да-да-да. Праздник детства. Да-да-да. И никуда. Хотя какое детство? 29. Да, когда-то я был молод, друзья. Энергичен. Так. Но ору. Я по-прежнему, как и раньше, Брюстер. Какой бездарный удар. Надо бы пас давать. Большая проблема этой карьеры, этого Солфорда, что мы очень много теряем очков с говнищем. То есть реально, вот с командами, которые ниже 20 места, ну я уже показывал, мы теряем кучу очков и вот играем с подобной командой. Чарльтон, 18 место. Че им вообще-то этой жизни нужно? Просто. Ну вот, вот вратарь, да, конечно же, как гений будет тащить, понятненько. Как же эта игра издевается надо мной, старушкой пожилой. Сука. Джимми Данн, заклинаю тебя дать на Коуту, хорошо. Что, сейчас будет типичный фэмовский голос привоза, да?
Нет, Джимми Данн исправляет ошибку Коуту. Брюстер. Ричардс, только... Извините. Вот это... Блин, если этот гол нас выведет в АПЛ, это будет прям от Ричардса подарочек на день рожденницы. Да, в эту секунду, пацаны, мы на втором месте. Вот в эту секунду мы вторые. Где об этом новость? Неважно. Хрусич. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Отбивайтесь. Ну, не так истерично отбивайтесь, пожалуйста. Что это за выносы в стиле? Ага, все, сейчас хата сгорит. Обычно это заканчивается в ФМ чем-то нехорошим. Вот второй гол бы забить, и тогда, конечно, жить станет веселее. Ноэль. Хорошие скиллы у пацана, я его показывал в топе чисто Тоттенхэма, но, блин, как же он хреново играет. Луи Барри, как он просто насквозь. Не было там офсайда? Игра, хватит надо мной издеваться, ну... Первый тайм 1-0, но как-то по игре я бы не сказал, что все прям так однозначно. Хрустично. Не, знаете, FM он как чувствует, что если матч решающий, он будет до последнего тебя выкручивать. Просто вот каждую твою нервную клетку будет тыкать иголками. Не знаю, в игре есть скрипты, это 100%. Сценарии тоже в игре есть. Они издеваются просто вот, чтобы тебе это все запоминалось. Брюстер. Судья молчит. 22-й, вот, да, отдав за Брюстера 6 мультов баксов, я, конечно, очень сильно рисковал в нашей ситуации. Некоторые писали: Антон, ты сам команду загоняешь в долги. Но, чуваки, был ли у меня другой выход? Что, сейчас бы Харпер так играл? Я не думаю, что Харпер забил бы 22 гола и раздал бы 20 голевых. Очень не думаю. Харпер был хорош, но не настолько. Ноэль на Бейриса, Кер. Вот третий гол, я даже на комментарии перейду, потому что я не хочу нервничать, серьезно. Даже при... Все, пацаны. Луи Барри, 35-я банка, 3-0. Все, идем, давайте к матчу с этим самым, с Дерби Каунти, там все будет решаться. Друзья, дрожащей рукой подводим итоги этого матча. Очень сильно хвалим футболистов. Я знаю, что когда я их хвалю, они играют потом говняно, но матч закончен. И в эту секунду, за один тур до конца, мы в АПЛ. Сука. Играем с Дерби, которым вообще ничего в этой жизни не нужно. Просто нужно один матч. Все. О, ну все, пацаны, все, вот и оно. Вот последний тур Норвич-Уотфорд, а Фулхэм, который тоже, сука, нам в спину дышит, Питерборо. Ну, знаете, не стоит надеяться на Уотфорд и Питерборо, особенно просто накидать дерби. И все, и все. Ох, в случае победы мы выйдем в АПЛ, так что идите и... Блин, какая слишком большая. Давайте скажем, что для фанов. Вот для фанов. Дайте им эту победу. Как же им насрать на фанов. Так, помимо нашего матча, параллельно следим, что там у соперников. У нас пока ничего, но радует то, что 3 удара против нуля, 4 удара против нуля. Вот еще бы гол хотя бы один забить, вообще было бы отлично. У меня почему-то ноги холодеть начали очень сильно. Не знаю, это старость или это нервы. 5-1 по ударам, ну... Так, у соперников тоже пока голяк. Если бы так и все закончится, тоже нормально. Да, может быть, незрелищно, может быть. Да хрен, сука. Так, а у нас есть Дита. Дита хороший центральный. Дита хороший, Дита молодец. Дита, но нужно забить гол, пацаны. Гол, пожалуйста. Что-нибудь сделайте вообще в этом матче, что за кал происходит. Блин, сколько было матч, когда после первого нулячего тайма от соперника во втором меня укатывали. Ой-ой-ой, сколько такого говна я повидал. Надеюсь, мне опять им насрать вообще на мои речи. Надеюсь, сейчас мы с этим не столкнемся. Норвич забил. Не, пацаны, забейте гол этому дерби. Так. Момент, первый момент. Брюстер подошел к штрафному.
и здесь офсайд не приплетешь, да, судья? Ты ж мой Бекхэм. Простите, но это просто... Так, аж голова закружилась. О боже мой, так, на желтый Сангаре, давайте, наверное, Кора, он там еще не совсем разлился, нет, еще Бартан, на 20 минут хватит его. Ой-ой. Так, и Луи Барри играет слабо, давайте выпустим Бена Уильямса. Это все замены израсходованы, но. 15 минут. Да, матч полное говно, спорить не буду с теми, кто скажет, что... Мне насрать, каким образом мы выйдем в эту АПЛ. Насрать. Просто. Все, судья. Брюстер. Брюстер. Сколько у него там штрафные? Штрафные? Не, на 14 неплохой скилл на самом деле. Мы в... Да. С четвертой попытки. Пусть всякие финиты дальше играют за богатейшие Шеффилда, пока я поднимаю нищих пацанов с района. Кстати, Фулхэм в своем матче тоже победил в самом конце. Брюстер. Просто нужно эту его ногу, в которой вот он этот удар нанес, отлить. Отлить. И на главную площадь Солфорда поставить. И просто чтобы каждый ее целовал, я не знаю, там обнимал, лизал, тер. Какой-то Барри Кин заявляет, что Солфорд это скучно, Солфорд это... Пошел в жопу, Барри Кин. Добавь-ка, пожалуйста, что Солфорд это АПЛ. Сколько нам дадут денег, я не знаю. Давайте посмотрим, может быть уже сейчас, ну, какие-то... Бюджеты. Где бюджеты? Где бюджеты? Ага, вот они. Ну, зарплатный фонд стал больше где-то на 400 тысяч, почти в два раза. Неплохо. А на трансферы 49 мультов. Да, по меркам FM, по меркам АПЛ, это 3 копейки, будем честны. Но я... Ну, не факт, что, конечно, я останусь в АПЛ с первого сезона. Но те денежные вливания, которые сейчас будут в команду, это нас должно спасти от финансового кризиса в команде. Главное, чтобы руководство не вздумало строить новый стадион. Ну и так как видео довольно короткое, давайте по составу подведем итоги. Скажу, кто красавчик, кто нет. Мартин вообще не играл. Матейсон вообще не играл. Мёрфи вообще не играл. И так кажется, а кто же тогда у тебя, Антон, играл? А играли такие парни, как Джуэлс Ноэль. 6 голевых. Очень-очень даже неплохо. Отец был в аренде в Транмере, но вот он вернулся из аренды, вернется из аренды и в АПЛ даже, возможно, выйдет. В 30 лет заслужил. Тейлор Ричардс. Просто машина. 12 плюс 13 в чемпионшипе. Красавчик. Самуэль Калу покупал за деньги, за большие для нас деньги, ну, к сожалению, не пригодился, но победный дубль в матче второго тура против Кристал Пэлас, тоже 3 очка, знаете ли, в итоге нам помогли. Сангаре, великолепный опорник и пасы точные, это удивительно с таким пасом, ну, с другой стороны, там пасы на метр были, наверное, все, и отборы неплохие, и выносы, короче, в порядке. Синг был в аренде, хрен бы с ним, он уже уходит. Вильямс, вот вроде бы скиллы топич, но как-то вот он отыграл средний. Я думаю, что ему не хватало все-таки скорости для этого чемпа, для любого чемпа. Коуту 8 голевых. Оставлю ли я его для АПЛ, если честно, не знаю. Попович вываливается на фри. В принципе, в итоге он выдал 20 сухарей, что, в принципе, неплохо. Я, может быть, даже постараюсь его на фри забрать, но если... Поменьше зарплата, потому что 63 тысячи долларов. Братан, я кого-то поинтереснее иду. Балчин почти не играл. Луи Барри. Вау. Что с ним делать, не знаю, потому что стоит он очень дорого. Аренда его не продлевается. А если я сделаю свой хитрый ход,
с выплатой не обязательно в 400. Ну, короче, посмотрим, друзья, на стриме трансфер сегодня. Будем все эти вопросы там решать. Заходите, праздновать мою днюху. Йоу, тусовка. Пригласим девчонок. Е-е, корпоративчик, там, музыканты, Паша Техник. Байлис, я сначала волновался, что он не будет такую ЗП оправдывать, а у нас каждая копейка на счету. Но в итоге очень хорош, очень хорош. Брюстер. Без комментариев, друзья мои. Харри Баргвейн. Один матч, 7 пропущенных. Красавчик тоже. Дита потерял место в основе, но Джимми Дан великолепен, друзья мои. Сэм Финни уходит в Сосуоло, хрен бы с ним. Гутьеррес был под Нойлем, но в целом подменял его неплохо. Хрустич десятку голевых раздал. Зимой за него предлагали 5 миллионов долларов. Хорошие деньги, за учитывая, что у него полгода контракта остается. Сейчас его переподписывать, чтобы потом продать, нет смысла, он ничего не будет стоить. Поэтому на фри уйдет в тот же Нан, допустим, и так далее. Но за эти полгода он нам принес много пользы, поэтому это было правильное решение его оставить. Кер. Ну, Кер — это основа, Кер — это, можно сказать, уже легенда. Почти 200 матчей за Солфорд. Кор играл немного, ну как немного, в итоге сыграл 35 матчей в чемпе. Ну, в принципе, не срал, и слава богу, правильно? Второе место. АПЛ. Мы это сделали, пацаны. Жму вашу виртуальную руку, виртуальную ногу. И, ну, только не член. Короче, друзья, сегодня стрим, трансферы, как обычно, вечерком запускаю. Ссылочка на Twitch в описании. Увидимся там, либо в следующем видосе. Пока.